Так, кусочек вам тоже. После горячего кофе, чая. Кусочек вам Централ Парка, беговые дорожки и дорожки для велосипедистов. Когда ты можешь приходить и пользоваться этими супер ровными дорожками. То есть, кто у всех свои правила, кто на велосипеде на одной части дорожки, кто не на велосипеде на другой части дорожки. А еще, кто пешком, в смысле. А еще вот такой вот, еще один кусочек парка. Так, как бы так показать? Вот как раз представитель американского народа. Это правда, что в Америке нет культуры питания, и так как это не закладывалось из поколения в поколение, это старайтесь прививать все-таки своим детям, как нужно питаться. Объясняйте, почему. Сори, что отклонилась от темы, просто, ну, вот она как-то меня побудила к тому, чтобы сказать. Много очень таких деревьев без коры. Называется без коры, я не знаю их название. Платан. Да. Как? Платан. Я даже не повторю это название. Латан. Платан. Платан, латан, платан. В общем, корректное название платан. Меня Игорь отправляет в школу. Я думаю, что это ты. Только ради названия я не пойду, конечно, в школу. Очень классное поле. Очень классно отдыхать. Но тут почему-то больше людей, чем на том поле, на котором мы были. Ну, видно, более такое популярное. Но все-таки начну, вернее, продолжу от того, с чего начала, потому что как бы подкатило побольше народа, чтобы можно было посмотреть. Мы тут катаемся на роликах, то есть мы выходим на пешую прогулку, ну, на пешую дорожку, и Сонька едет. Да. На дорожке? Не на дорожке вообще. Количество людей, которые бегают на велосипеде, делают это особо. Порядок больше, чем в странах Советского Союза бывшего. Ну да, конечно, здесь на порядок. Очень много людей, которые... И вот как раз я думала, в какую тему вставить, что сигареты, что мы не слышим этого запаха, или если мы его слышим, то очень-очень мало. Это, ну, это реально классно. То есть я вот, кстати, недавно, буквально день назад, я почувствовала запах сигарет, и я аж удивилась, сколько я уже их год или сколько здесь я не чувствовала. Помимо того, что здесь очень чистый воздух, потому что Нью-Йорк продувается со всех сторон. Привет. Потому что Нью-Йорк продувается со всех сторон океаном. Здесь потрясающе чистый воздух. Ты можешь сидеть на лавочке, рядом будет стоять автобус или автомобиль. Причем несколько. Ты не будешь слышать выхлопных газов. Вообще не будешь слышать. Это одно из моих первых удивлений, которое я для себя открытие сделал здесь. Здесь потрясающий чистый воздух. Я надеюсь, что то, что говорит Игорь, будет слышно, потому что микрофон тоже, находится. Тоже надеюсь. Микрофон находится у меня. Но люди, начали с того, что сигарет мало. И сознательные люди находятся в развитых странах, которые не курят, следят за своим здоровьем. Да, причем это люди разных возрастных категорий. Это не только молодые, это даже дедушки и бабушки достаточно пожилого возраста. Вот тут классно видно. Вот, я думаю, на этом пейзаже мы и закончим. Огромный вам привет из Централ Парка. Из одного из его кусочков. Пока, Тимильчиков.